Сегодня в районе поселка Северные Кореки потерял крушение частный самолет Ан-2, который производил технический рейс по перевозке грузов. В нем находилось два члена экипажа. По предварительной информации от МЧС, они погибли при падении самолета и пожаре. Сейчас спасатели уже прибыли на место, производят осмотр самолета, будут делаться выводы о причинах катастрофы. Я поручил ответственному заместителю председателя правительства Роману Сергеевичу Василевскому также выдвинуться на место и скоординировать всю необходимую работу.